Здравствуйте. Это программа «Культурный обмен» на общественном телевидении России. С вами Сергей Николаевич. Сегодня темой нашего разговора будет архитектура. Когда-то ее называли «музыкой в камне». Что сегодня мы слышим в этой музыке? Эхо каких процессов и сдвигов отражается в современной архитектуре? Какими будут наши города через 20-30 лет? Об этом и о многом другом мы поговорим с нашим гостем, президентом Союза архитекторов России, академиком Российской академии художеств, заслуженным архитектором Российской Федерации Николаем Шумаковым. Николай Шумаков, президент Союза московских архитекторов, президент Союза архитекторов России, генеральный директор Центрального дома архитектора, главный архитектор ОАО «Метрогипротранс», член архитектурного совета Москвы, заслуженный архитектор Российской Федерации, академик Российской академии художеств, академик отделения Международной академии архитектуры в Москве, член Союза художников, окончил Московский архитектурно-художественный институт. С 1977 года по настоящее время работает в области проектирования транспортных сооружений и иных объектов промышленно-гражданского назначения. За последнее десятилетие под руководством Николая Шумакова были запроектированы и построены уникальные сооружения. Первые в России монорельсовая транспортная система и линия легкого метро, множество станций метрополитена, первый в Москве вантовый живописный мост и крупнейший в Европе аэровокзальный комплекс «Внуково-1» с подземным железнодорожным терминалом и подземным участком железной дороги. Многие объекты Шумакова отмечены наградами отечественных и международных конкурсов и фестивалей, в том числе премиями «Зодчество» и «Золотое сечение». Ряд проектов награжден золотыми медалями и дипломами Брюссельской, Страсбургской и Парижской международных выставок инноваций и новых технологий. Николай Шумаков – кавалер Российского ордена «Дружба» и бельгийских орденов «Офицер» и «Командор», лауреат премии Москвы. Здравствуйте, Николай Иванович. Здравствуйте, Сергей. К моему огромному удивлению выяснилось, что в древней мифологии нет музы архитектуры. Хотя, мне кажется, нет более важной сейчас и более обсуждаемого рода искусств, чем архитектура. Причем, если речь идет об исполнительских искусствах, у человека есть выбор. Ну, можно не ходить на этот концерт, можно не идти на эту выставку, можно выключить эту музыку. А если ты родился в Хрущевке, то и будь добр. Будешь всю жизнь. Там и помрешь. Оттуда тебя и вынесут. Да, действительно, выбора мало. Выбора мало. И вот, так сказать, мы бежим, как Мопассан от Эйфелевой башни, как сказано в одной знаменитой пьесе. Но не всегда убежать возможно. Вот скажите, вы же поступили в МАРХИ, да? Это какой год был? Это был 71-й год. 71-й год. Чего вдруг решили заняться архитектурой? Ну как вот, решил. Мальчик, он же всегда неосознанно поступает. Ему что-то нравится, берет этот флажок и ходит потом, или мучается, или радуется. У меня такая была ситуация, что тот именно флаг подхватил, который нужно. Учился в физико-математической школе и понял, что это абсолютно не мое. Сложение, особенно вычитание, это нам по жизни не подходит. Поэтому, там как-то рука держала карандаш. Чего-то рисовал, поэтому достаточно быстро подготовился и поступил. Ну, как выяснилось, туда. Все было туда, да? Все сложилось. Пришел 1 сентября 1971 года, понял, что туда пришел. Даже 2 сентября ждать не надо было. Люди какие-то там, папиросы курят, старые профессора в бабочках. Ну, это где увидишь, тем более человеку из Челябинска. Поэтому все нормально, все именно туда. В своих интервью вы довольно часто вспоминаете печальное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 1955 года об устранении излишеств в архитектуре и строительстве. То есть это такой был очень важный документ, который отменил всю красоту и всю архитектуру на долгие годы. Это был
ужасающий документ. Вот с тех пор, с 55 года, архитектура легла под стройкомплекс. И поэтому вся архитектура изредка только выступает как застывшая музыка или как мать всех искусств. Но это исключение. Всякий раз исключение. То есть мы с тех пор и лежим с 55 года, с октября 55 года, с этого знаменитого постановления, мы лежим под стройкомплексом, и так изредка где-то барахтаемся, пытаемся сказать свое слово, услышьте, друзья, услышьте, мы хотим делать вам добро. Не получается. Не слышу. Нет, с тех пор политики архитектурной в стране нет. Угу. Нет. Вот есть стройкомплекс, и в услужении у него архитектуры. В мире такого не бывает. Мы единственные, мы, как всегда, уникальные. Поэтому в основном вся архитектура сводится у нас к панели. Та самая знаменитая панель. А панельная архитектура – это, конечно, не для человека, к сожалению. И все же вот метро. Ну, традиционный миф, и даже не миф, а вполне себе реальность, что самое красивое метро в мире – но все это метро было построено где-то до 55-го, там, не знаю, 57-го года. А дальше вот эти все перегоны и километры, ну да, достаточно стандартного, скажем так, оформления. Но случались и исключения. И за эти исключения, я так понимаю, отвечали вы. Случались исключения. Вы понимаете, вот вся архитектура, в том числе подземная, она точно так же развивалась, как и наземная архитектура. 55-й год случился. Действительно, какая-то достройка старых проектов до 57-го года была. Закончилась кольцевая линия метрополитена. А потом все рухнуло. В одночасье рухнуло. Появились два типовых проекта. ТС-76 и ТС. ТС – это типовая станция. И ТС-109. Те же самые панели. Панели только под землю. Вот работали железобетонные заводы метростроевские уже. Они клепали эти конструкции. Эти конструкции ставили в канавки, потом зарывали их землей, и получался метрополитен. А иногда не зарывали, получался Филевский. Открытая, да. И время шло, и где-то поздний брежневский период или начало Горбачевского, какие-то послабления вдруг стали появляться. И поэтому вот те, опять же, исключения, в то время исключения, потом мы ввели все-таки это в практику, появились, ну, какие-то достойные сооружения и под землей в том числе. Ну, вот я знаю очень хорошо новый вестибюль метро Маяковского. Я так понимаю, что его вы и проектировали, да? И есть определенные рифмы вот с теми денековскими фресками и, в общем, с той атмосферой очень элегантного, на самом деле, по стилю и исполнению метро Маяковское. То есть вам важно было как-то, ну, продолжить традицию, да, чтобы эта репутация самого красивого Сергей, метро сохранилась? Сергей, да, именно вот вы абсолютно правильно ставите вопрос. Мы изначально заложили в идею хорошей архитектуры под землей и идею преемственности традиции. То есть мы, грубо говоря, вернулись в 1935 год, период становления московского метрополитена. И те самые тенденции, которые были заложены в то время, мы их реанимировали и, собственно говоря, пытаемся по сей день и имеем поддержку и в московском правительстве, и в московском архитектуре, ну, реанимировать ту самую архитектуру, которая была тогда и которая составила славу, гордость Москвы вообще, и России. Да. России. Да. Но вот что интересно, при всей нашей гордости и привычке хвастаться своим метро, я с удивлением узнаю, что построено это в сравнении с лондонским метро или с нью-йоркским всего 300 километров, а там 1500. И это совсем другая сеть. Более того, будучи, ну, исправным посетителем парижского метро, лондонского, никаких красот там нет. Но очень достаточно функционально и просто это все существует. Но и быстрее можно добраться до разных мест, чем в Москве. Как вы, вот эта концепция метро, храма, метро, дворца и так далее, может быть, можно было ею поступиться в
пользу большей утилитарности? Существует такое страшное заблуждение, когда вот вы говорите поступить с этой красотой, во-первых, красотой поступаться никогда не надо. Мы только вот на красоте и держимся каким-то образом. А вот те дворцовые наклонности или склонности, которые присутствуют в московском метрополитене, они по стоимости и по времени, которые занимает проектный институт на эти красоты или строители, главное по стоимости, 1.5-2%. Не более того. То есть это, ну, в общем-то, процент погрешности. Одним словом, нам вся красота обходится бесплатно. Нет, она обходится нам бесплатно, поэтому есть такая гордость. И мы ее, думаю, будем как-то держаться, придерживаться и идти с этой гордостью по жизни и дальше. А то, что метро долго не строилось, вы говорите, вот эти километры, 300 и прочее. Ну, был такой период, да, действительно был период, когда метрополитен строился только за счет средств Москвы. А метро – это дорогое удовольствие, поэтому как только стали выделяться федеральные деньги, это при Собянине, слава богу, мы пошли, ну, семимильными шагами вперед. И все же, вот я понимаю, что какое-то свое пространство, свои достижения под землей, они видны, они целиком ваши. Но выбраться вот наружу, на землю и построить что-то, чтобы, ну, было видно, что вот, вот это сделал я. А такое желание вас не посещало? Нет, вы знаете, такое желание не посещало. Потому что весь метрополитен – это как алкоголизм и наркомания. А метрополитен засасывает, конечно, безбожно. Вот и там эти рельсики вот сверкающие, вот эти шпалы поперек. Этот запах. Раньше шпалы криозотом обрабатывают. Запах. Нанюхался, и все, ты уже наркоман, ты не можешь, ты опять должен туда спускаться, чтобы хлебнуть вот, этой свободы. А когда вырвался, это, в общем-то, чистый случай, когда заказчик попросил спроектировать один наземный объект, второй наземный объект, третий наземный объект, и так покатились и наземные объекты. Поэтому все случай. Все случай. Но вот тот чудный мост в Серебряном Бору, вот этот красный мост с непонятным вот этим яйцом, которое висит, да, над ним, это же ваш проект. Да. Да? Да. Как вы к нему пришли? Ой, ну как шел и опять пришел. Же, как в институт поступили? Ну вот так поступил, как пришел, так и пришел. Почему он красного цвета? Это тоже история достаточно интересная, почему красный. На самом деле метрострой строил участок от МКАДа до проспекта Маршала Жукова. Туда включался тоннель большого сечения 14,2, двухуровневый тоннель. Внизу метрополитен, вверху три полосы автомобильного транспорта. Он выходил на поверхность, впереди сверкал где-то с хорошей архитектурой проспект Маршала Жукова, но стояла водная преграда в виде Москвы-реки, ее надо было как-то преодолеть. Лужков в то время объявил, и Москву архитектуру, Кузьмин тогда был главным архитектором, объявили конкурс на это сооружение. Мы, естественно, как были генеральные проектировщики этого всего объекта, мы в этом конкурсе поучаствовали и, к счастью, выиграли. Выиграли, к счастью, и на самом деле совершенно случайно, потому что мы не владели темой мостостроения. Да, это отдельный же сюжет. Да. Это отдельная такая космическая тема, но все мостовики, они сделали колонну, положили балку и, собственно говоря, все решение. А здесь же, трактуя это, вот это сооружение, как въезд в Москву, появилась арка, появились ванты. Это был первый в Москве вантовый мост. Появились ванты, которые огромный пролет 409 метров держали. И, собственно говоря, вся история. Но вначале мост был серенький. Он был серенький до тех пор, пока заказчик не сказал, пора красить. Товарищ, пора красить. И, собственно говоря,
И решили, что он будет красный. Серый, да, стал красный. Стал красным, он так олеет красиво, да, на фоне. Да. А раньше во время, это же, ему, извините, уже, о, Господи, 10 лет. Mm-hmm. И в то время он был с подсветкой, он года 2-3 mm-hmm. подсвечивал. Сейчас он стоит с погашенными фонариками. Тогда mm-hmm. это было, ну, достаточно так возбуждало. Красота. А что там, правда, наверху ЗАГС? Наверху ЗАГС, он построен, он был, должен был ввестись еще в прошлом году. Угу. А что такое построен? Вот эта капсула, угу, 20 на 30 метров, она уже вся насыщена технологией, все системы отработаны. Верхний зал как раз для посетителей, он поделен пополам, комната ожидания, не комната, пространство, зал огромный, ожидание, и вот второй зал, это вот того загадочного ритуала, когда брачующиеся брачуются. А внизу тоже есть зал, на правом берегу трехэтажная постройка, и тоже есть зал, то есть два зала mm-hmm. имеет этот ЗАГС, а вот между ними лифты. По правому берегу и по левому берегу стартуют. Здесь два лифта, здесь два лифта. Но получилось так, что во время сдачи объекта в эксплуатацию Ростехнадзор не принял. Не принял, и поэтому все затормозилось. Сейчас идет замена лифтов. Надеюсь, через годик это случится. Эти браки на небесах, да, эти браки, ну, будут, да, совершаться, да, 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 в прямом самом, да, смысле, да, слова. Да, да. Да. Вам принадлежит фраза, что великая страна не может развиваться без великой архитектуры. А, при том, что вот вы вначале говорили о том, что положение архитектора какое-то униженное и зависимое. А, все-таки какие-то сдвиги в этом смысле происходят вот по той реновации, по тому строительству, которое ведется сейчас в нашем городе. Вот правильно вы сказали слово «реновация». Я думаю, именно реновация даст вот тот самый пинок под зад, mm-hmm. хотел сказать толчок, но на самом деле нужно именно такое действие, которое убедит все общество, что пятиэтажки надо было снести давно, лет 20 назад. Потому как, ну, просто чудовищная архитектура. И, конечно, человек в этой архитектуре жить не может. И вот на месте пятиэтажек появится современная архитектура, современное жилье. Жилье, достойное москвича, ну и россиянина, в конце концов. Mm-hmm. И все убедятся, да, нужна нам абсолютно иная архитектура. Отказываемся от старого стройкомплекса. Панель забываем навсегда, перестраиваем старый комплекс строительный, ставим его позади архитекторов, и тогда мы заживем другой жизнью. Я в это верю, что толчок такой случится именно в этот период, в период вот новых районов реновации. Но то, о чем вы говорите, все-таки... О новом строительстве речь идет, о совсем новых домах, в новых районах. Но есть центр Москвы, и мы знаем, как он пострадал во время Лужковского правления, сколько архитектурных памятников было снесено или заменено каким-то новоделом и так далее. Вообще, вот как вписать эту новую архитектуру в облик, уже сложившийся облик города? Сергей, я прошу только не драматизировать mm-hmm. лужковскую архитектуру. И так, откуда не надо всякие пинки и плевки mm-hmm. В адрес того периода. А это был сложнейший период, понимаете? Вдруг, неожиданно, ни с того, ни с сего, без всякой подготовки наступил строительный бум, когда подумать ни заказчик, ни застройщик, ни архитектор, ни строитель не успевали думать, что же мы делаем. У меня друг есть, в Киеве живет, он говорил еще в то время, надо мораторий обязательно установить на проектирование и строительство. Иначе мы сейчас наваляем неизвестно что. И в какой-то степени это случилось. Какие-то ляпы есть, но что то время принесло хорошего в архитектуру, это бесспорно. Масса, не единичная масса объектов появилась достойной Москвы. Слава Богу, что то время было, оно прошло. Сейчас наступило время затишья, время
осознание того процесса вот под названием «строительный бум», наступил, слава богу, наступил кризис. Мы остановились, мы задумались. И следующий шаг, когда мы активно начнем строить, он уже будет на качественно ином уровне. И все-таки то, что касается вот того периода, недавнего периода 90-х, нулевых годов, какие здания, какие проекты в центре города, ну, какие-то общеизвестные, скажем так, вы могли бы ответить? Ох, Господи, какие вы мне сложные вопросы задаете. Я обычно на них не отвечаю, потому что, будучи президентом Союза архитекторов, достаточно... сложно, вернее, даже не сложно, неправильно выделить. Да? Потому что уже сегодня, когда я приеду в Союз архитекторов, начнутся звонки, косые взгляды, ухмылочки, и потом мне будут всю жизнь вспоминать, что вот, вот ты вот это упомянул этого, а он такой... нехорошее произведение сделал. Все, ты не прав. Ну, понятно, у вас статус вас сдерживает. Одним словом, в то время появилась просто плеяда замечательных архитекторов российских, тогда они молодые были, сейчас они чуть-чуть постарели, там Сережа Киселев, Сережа Скуратов, да, Боря Левиант. Они всегда с любым заказчиком в любой ситуации делали достойные вещи, всегда. И еще я могу там десяток, не меньше пальцев загнуть, что есть такие ребята, которые по сей день работают, и, слава богу, работают хорошо. А как вы считаете, вот этот опыт приглашения западных звезд, он же, в общем, был и Захи Хадид, и Фостера, и Перо. А, как правило, он, в общем, заканчивался ничем. В любом случае, в какой-то момент вступали уже какие-то другие силы, и проект изначально... всеми одобренный, ну, в результате получался не совсем таким или совсем не таким? Сергей, сверхсложный вопрос. Я вот, ну, в своих взаимоотношениях с иностранцами из одной крайности в другую буквально бросаюсь, потому что, понятно, открытое общество, и, конечно, там книжки переводные появляются, почему архитектура или фильмы есть иностранные, архитектура тоже должна иностранная прийти. Главное вот тот компромисс найти, ту середину, которая позволит и московской, российской идентичности полноценно развиваться, и в то же время привнесет вот ту новую ноту, новую струю в виде западной архитектуры. И они будут как-то сосуществовать, очень важно, не рвать и не гробить друг друга, а сосуществовать. Западные архитекторы должны были прийти. Ну, никуда не деться. Они должны были прийти, потому что мы открыты всему миру. По крайней мере, были. Вот. Но делать акцент на зарубежной архитектуре нельзя. Иначе мы до конца уничтожим свое родное, что взращиваем там в стенах Мархи да. или других институтов. А других институтов, кстати, не осталось. Остались только факультеты. Мархи единственный. Опять. Я в 71-м поступал, он был единственный. Время прошло, и опять он единственный. Это показатель того, что архитектура, к сожалению, не нужна. Поэтому вот найти золотую середину – это очень важно. В связи с молодыми архитекторами, новым поколением архитекторов, я знаю, что самый такой значительный и важный фестиваль демонстрации талантов и наших возможностей – это фестиваль зодчества, который проходит при участии Союза архитекторов России. А были ли, на ваш взгляд, какие-то яркие открытия, какие-то имена, которые вы можете сейчас здесь произнести? Зодчество не то, что при участии, зодчество организовывает Союз архитекторов России. Есть такой фестиваль. И фестиваль этот, как правило, в нем участвует вся Россия, во-первых, не только Москва. И молодые появляются на самом деле чуть пораньше.
Есть такой московский фестиваль под названием «Перспектива». А «Перспектива» – это понятно, что это речь идет о молодых. И вот именно на этом фестивале там участвуют архитекторы только до 35 лет. Именно на этом фестивале и появляются вот те замечательные люди. Они появляются, вот несмотря на всякие сложности и вроде бы как ненужности профессии, они появляются, они без архитектуры жить не могут. И поэтому, вот, отслеживая каждый шаг молодых там, в дальнейших объектах, убеждаюсь, что да, вот не зря мы этих людей выделили, они в конце концов там, широко шагают уже во взрослую архитектуру. Вы возглавили Союз в прошлом году, да? В 2016 году. Но до этого Московский Союз. Многие, да, практически все творческие союзы сейчас переживают определенный рода кризис. Это прежде всего возраст членов Союза, да, то есть он, это достаточно уже пожилые люди, многие уже отошедшие от профессии. Каким образом вы привлекаете молодых людей в Союз? Самая большая беда – это старение Союза, всех Союзов, причем и московского, и российского, и всех творческих Союзов. Вы абсолютно правильно говорите, это же, ну что, дитё сталинских времен, все они одновременно, ну, в начале, в середине 30-х годов организовались. Прошел период становления, взросления, старения, к сожалению. А для того, чтобы Союз жил, а я считаю, он должен жить, потому что вот именно в настоящее время ни одна организация, кроме Союза архитекторов Москвы и России, не защитит права архитекторов. Ну, потому что так по жизни получается. Никто не скажет там слово в защиту того или иного архитектора, той или иной организации. Только Союз этим и занимается. Он консолидирует все архитектурные силы. Он следит за качеством архитектуры. Он болеет за архитектуру и прочее, прочее, прочее. Он живет по уставу. В уставе все это написано. И для того, чтобы Союз не умер, естественно, нужна свежая кровь. А свежая кровь нужна в том случае, если жизнью Союза будет жить сама молодежь. Не я буду говорить им, что делать. Ребята, давайте вот проведем ту или иную выставку, а пускай они придут и сами все решат. Так у нас и получилось. Молодые организуют свои мероприятия. Молодые забивают дом архитекторов. На Гранатном, дом 7, находится дом архитекторов. Полностью у нас каждый день проходят, ну, по 3-4 мероприятия каждый день. У нас заняты все площадки, и выставки, и концерты, и какие-то фестивали, и еще какие-либо молодежные мероприятия, в том числе молодежные мероприятия. Поэтому думаю, что именно это направление, то есть молодежь должна сама себя вытянуть в этой ситуации. И, собственно говоря, так и получается. Год назад в Московский Союз было принято 300 человек, хорошая цифра. И в основном это молодежь, поэтому я так с оптимизмом смотрю. Вы ведь еще возглавляете дом архитекторов, да? Ой, чего только не возглавляю, это ужасно, это ужасно. Я еще помню этот Гранатный переулок, когда он назывался улицей Щусева. Улица Щусева, он же был на улице Щусева. Памятник Щусева стоит по сей день. То, что касается участия Союза и в жизни своих членов, и молодых, и взрослых, более-менее понятно. Но вот то, что касается градостроительной политики Москвы или Санкт-Петербурга, вот вы своей волей, своим авторитетом можете вмешаться в какие-то, ну, на ваш взгляд, очевидно, абсурдные или, ну, такие конфликтные ситуации? Вот, например, сейчас в Петербурге строится Ладога-центр. Уже опубликованы фотографии, как будет нарушена вот эта великая перспектива Петропавловской крепости, соответственно, биржи и так далее. Может в этой ситуации что-то сделать Союз или как-то высказать свое мнение? И вообще, что вы по этому поводу думаете? В этой ситуации Союз всегда занимает очень активную позицию. Всегда, без исключения.
как возникает какая-то подобная проблема, Союз пытается достучаться прежде всего там, до местных властей, которые разрешили, позволили и прочее, 5-10. Не всегда, но это получается. То есть одна из миссий Союза – это как раз вот, ну, играть по правилам, не делать каких-то бессмысленных, нелепых шагов, которые принесут в конце концов, больше вреда, чем радости и счастья всем людям. Поэтому мы выступаем всегда, и мы впредь это и будем делать. Но самое главное – создание архитектурной политики для всей России. Без политики… Вот почему такие ляпы появляются вдруг неожиданно? А потому что мы не знаем, какой следующий шаг будет в стране, в Москве, там, в Питере, в Свердловске, в Челябинске. Нет единой архитектурной политики, которая пропишет, вот сейчас пишется закон об архитектуре, но это один из элементов создания целостной, полноценной архитектурной политики, которая позволит жить по правилам, что это допустимо, это недопустимо. Это невозможно, да. Но вот то, что касается, например, и я вот упомянул Ладоги-центр, и непосредственно дома Ивана Желтовского, который по Смоленскому, на Смоленской площади. Я знаю, что вы боролись за него, чтобы сохранить его облик. Боролись. И каковы ваши успехи тут? Ну, как вам сказать? Они, отбились? Они успехи близки к нулю, к сожалению. Там появляются темные силы, которые невозможно никак преодолеть, которые осваивают этот дом, это пространство верхних этажей, ну, в каких-то немыслимых, извращенных формах просто насилует этот дом. И любые письма и мэру, и Путину, и Медведеву, они, к сожалению, ни к чему хорошего не привели. Потому что есть темные силы, которые могут себе позволить. А мы, мелкие людишки, отбиваемся только от них. Ну, вы говорите об этом с какой-то такой сардонической улыбкой и с внутренним ощущением, ну, того, что, ну, что можно делается, что можно, не, что невозможно не сделается. А мне будет интересно ваш внутренний, вот как-то возможность как-то отстраниться от проблем, от всех этих бесконечных обязанностей и, может быть, заняться чем-то другим. Я знаю, что вы занимаетесь живописью, и вы замечательный художник. И это, но это как существует как хобби, это как такая параллельная жизнь вот вашему метро, архитектуре, ну, и так далее. Нет, это, конечно, параллельная жизнь. Слово хобби, это, ну, нет, да? Наверное, не совсем приемлемо, потому что это уже тянется, это массу выставок. Да, да, массу выставок у вас, да. И... персональных, причем выставок, а это как хобби ее не организуешь, эту параллельную жизнь. Но на самом деле улыбка относится... Я вот иду на какой-нибудь эфир, да? Я дочь говорит, вот ты только не улыбайся так хитро, а то все подумают, что ты вот так вот, вот что-то имеешь в виду, а вот не говоришь. И все подумают, что вот ты вот умный, а все кругом вот рядом сидят дураки. И... а это вырывается просто. Это такая, знаете, вот там подергивание рукой или ртом. Это на самом деле не говорит ни о чем. Это говорит только о том, что мы любую проблему, перед любой проблемой останавливаться не будем. Мы все равно будем добиваться вот, ну, той высокой, великой цели, которая стоит перед архитекторами. А то, что иногда не получается, ну, такая жизнь. А живем-то мы долго, и поэтому, в общем-то, можно во многом предсказать, что получится, что не получится. Но мы все равно должны этот шаг сделать. Мы должны заявить во всеуслышание, что это неправильно. Ну вот в этой связи мне интересно и ваше мнение по поводу того, что сейчас происходит в центре, вот это расширение тротуаров, это абсолютно как бы возвращение концепции города-сада, это высаживание огромного количества деревьев, Зарядье, наконец, которое станет парком и так далее. Как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому категорически положительно. Я считаю, что это надо было делать давным-давно.
Это надо было делать всегда. Это надо было делать в комплексе любого сооружения, которое строился в тот период, в этот период. Это должна быть одна из составляющих вот создания такой инфраструктуры, хотя бы в виде благоустройства. Угу. Тротуар должен быть высококачественный, проезжая часть должна быть не уступать ему. Здесь должны появиться малые формы, и здесь должно там 300 деревьев встать в рядочек. Но это не случилось, мы жили так, как жили, мы там все разломали, разрушили, расширили дороги. Сейчас концепция изменилась, мы транспорт, наоборот, не заводим, а выводим из центра, поэтому сужение всех проезжих частей. Эта концепция не новая, эта концепция во многих странах этой концепции придерживается. Наверное, она верна, жизнь покажет. Поэтому надо было делать благоустройство. Надо. Делаем, делаем. Причем то, что это все идет единоразово, я считаю, тоже правильно. Потому что вот там купировать хвостик у собаки по одному звену не годится. Помучаемся. Мы, наверное, в этом году отмучаемся. Мы действительно мучаемся. Это страшная ситуация. Но мы отмучаемся, а потом будем жить долго и счастливо. Вы верите в это? Я только в этой в это я верю. Я только в этой верю. Ну, архитектор, он по профессии своей оптимист. Он все время хочет делать следующее сооружение лучше предыдущего. И поэтому вот это как раз нота настоящего оптимиста. И все же, я так понимаю, некое вдохновение, я просто хочу вернуться к теме вашей живописи, я видел ваши портреты, ваши ню, это какая-то отдельная такая вот действительно жизнь, да, в которой вы уходите, которая существует параллельно и, я так полагаю, доставляет вам несказанную радость. Ну, архитектура тоже мне доставляет несказанную радость, иначе я бы давно бросил, там, пошел бы, не знаю, чем. Торговать спичками, в конце концов. Я не знаю, чем бы. Я не задумывался. Ну, вы бы стали просто были бы художником, я так понимаю. Ну, может быть. Ну, жизнь художника сейчас – это такая трагическая жизнь, потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что искусство сейчас в стране не нужно никому. Тем более живопись. Вот Костя Худяков – величайший художник был сегодня у меня просто перед нашей встречей. Но никому искусство не нужно. Как они живут, это непонятно. Деньги они не зарабатывают. Они вот собираются в стайки какие-то, хвалят друг друга, пьют водку. Ни к чему хорошему результата не получается. И вот такой трагической жизнью они живут достаточно так, долгий период. В советское время их поддерживало государство. Помните, те же союзы жили, те же фонды, худ-фонд, там какой-нибудь комбинат, монументально-декоративное искусство давал заказы. Они были все время на плаву, причем они жили всегда лучше архитектора. А сейчас, получается, вот все рухнуло, никому ничего не нужно. Они оказались не у дел, поэтому бросать там архитектуру ради живописи – это вопрос достаточно сложный, потому что семью кормить надо, у меня же там мало-мало меньше. Поэтому живопись, да, она живет в какой-то иной абсолютно плоскости, и она живет не в ущерб и не в угоду архитектуре. Это параллельная жизнь. У многих людей так бывает. Кто-то там вторую семью заводит, а кто-то живописью занимается. Поэтому я так долго говорил, не запомнил вопрос, но отвечаю. Что для вас есть живопись? Что для вас есть эти ваши картины? Да, именно вот так. Такая жизнь. Полноценная, нормальная жизнь. Причем тоже метания всякие в этой живописи, они в конце концов привели к тому, что портрет – это основа. А кто ваш герой? Да все там друганы, там близкие, дальние. Нет, ну в основном это свои люди. Свой круг, да? Да, свой круг, а лица у всех, как правило, достаточно интересные. В них можно там поковыряться. Я сейчас, более того, стал писать фас-профиль на одном холсте. Фас-профиль для того,
того, чтобы там, ну, хоть как-то понять человека. Вот, вот он здесь вот такой. Ну, это архитектурный прием. Конечно, еще не хватает несколько разрезов и планов, но я думаю, к этому я тоже приду. И, значит, портреты – это основное. Второе, конечно, это обнажёлка. Вы так загадочно сказали «не». Это, конечно, вот эти голые девицы. Но это же просто счастье, когда приходит девушка, позирует, ей хорошо, и мне хорошо. И изредка какие-то натюрморты. А натюрморты достаточно примитивны. Это рюмка, стакан. И обязательно яйцо. Обязательно яйцо. А расскажите, почему? Ну, я же не художник, для меня каждый рисунок дается, ну, так, тягостно достаточно. Чтобы... А мне хочется, я же соцреалист, мы все соцреалисты, мне хочется, чтобы было все, ну, как минимум, похоже. Похоже, и вот поэтому эти мучительные рисования, потом этой кисточкой мажешь все это, или одновременно это делаешь, неважно. А яйцо – это просто, это же не шар там и не квадрат, который… Попробуй шар нарисовать, что, разве что графин обвести какой-нибудь или стакан, и получится там шарик подкрасить, если его… А яйцо – это форма достаточно такая произвольная, ее можно нарисовать и вытянутой, и впуклую, и выпуклую. И поэтому яйцо я положил во главе всей своей живописи. У меня была серия из примерно 15 картин на тему яйца. Ну, но так, это же еще так... символ жизни. Ну, так символ. Символов яйца столько, что и не сосчитать. Символ жизни, конечно. На самом деле. Прежде всего. И то самое яйцо, которое висит на вашем мосту, это же ведь тоже. Вы знаете, сколько я яиц понаделал в архитектуре? Мало кто знает. На соколе соколиное яйцо лежит. Несостоявшийся трансбордер. Трамвай должен был из Строгино приехать. Заехать в трансбордер. Трансбордер должен был его развернуть, и трамвай благополучно уезжал по своей трассе. Получилось так, что разворачивание по времени оказалось дольше, чем объехать кругом, поэтому трансбордер заглушили, там сделали диспетчерский пункт, но это в форме яйца. Вы же понимаете, это яйцо, огромное стеклянное яйцо. Лежит, и не знаю, чего там лежит. Потом есть вестибюль, Битцевский парк. Тоже форма яйца, обязательно форма яйца. И так вот... То есть это ваша такая метка, на самом деле? Ну, метка, да, вот как эти кобели метят, так я хожу по всей Москве, что-то пытаюсь там и сям след оставить. В архитектуре это трудно сделать, поэтому остановился на живописи. Бесконечные яйца. У меня друг был, Нарский Рост, от любителей яиц. Он, наверное, сотню их сделал, причем в разной технике. И скульптура, тут и какие-то прозрачные структуры, и графика, и стихи писал про яйцо. Три яйца у меня вот находятся в коллекции, поэтому будете на Гранатном заходить, я вам покажу удивительные яйца. Яйца – это яйцо. А последний вопрос такой, он пафосный, я знаю, что вы его не любите, но вдруг найдетесь. Вот, ну, столько всего построено, столько всякой красоты, возведено, изображено. А вот чем гордитесь больше всего? Ой, Господи Боже, кошмарно. Чего угодно ждешь. Ну как? Как чем? Что получилось лучше всего? Внуки, естественно. Естественно, у меня такие три пацана, 8 лет, 7 лет и 4 года. В конце концов, даже вот когда первый родился, уже стало понятно, для чего жил. Вот жил для того, чтобы там Мотя появился, потом Фофа появился, потом Тима появился. Только ради этого. Вся жизнь она прошла только для того, чтобы появились мои внуки. Это был Николай Шумаков в программе «Культурный обмен» на общественном телевидении России. А я, Сергей Николаевич, прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.